Комитет Гомель-облимущества 26 марта проведет аукцион. В Мозыре продается здание магазина. Начальная цена лота – 2 базовые величины. 4 объекта с начальной ценой в 1 базовую величину предлагается в Будокошелевском районе. В деревне Бацунь можно купить здание конторы, гараж и котельную. В агрогородке Глазовка – здание сельского дома культуры. В деревне Шарибовка – административное здание. В деревне Ивановка можно приобрести здание котельной. Кроме того, на аукционы выставлены и другие объекты недвижимости. Документы на участие в аукционе принимаются в Комитете Гомель-облимущества до 22 марта. Подробности можно найти на сайте Комитета Гомель-облимущества, а также получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.